Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Максим 159. Сегодня у нас Майнкрафт туториалы. В этом туториале я вам покажу, как же сделать меч, зачарованный на 9999 уровень. Итак, как мы видим, здесь у нас командный блок, здесь у нас кнопка. Я нажимаю на эту кнопку, и мне выдается меч. Меч бога, который зачарован на добычу. 999, острота 9999. Меч бога называется. Урона огромный. 12575. Итак, давайте кого-то ударим. Им, например, давайте. Свинозомби. Сейчас сразу говорю, сейчас у меня подлагнет. Бьем. Давай-давай. О, да, наконец-то. Все. Четко. Ничего себе. Я... свинозомби падает гнилая плоть. Ладно. Буду знать. Буду знать. Давайте теперь ударим кого-то другого. Ну, например... Так, жителя у нас ничего не упадет. Да? У нас даже не лагает, потому что жители ничего не падает. Так, с кролика. Не, мне слишком. Мне его жалко. Давайте курицу убьем. Посмотрим, что она нам даст. Что-то только что вообще не подлагнуло ничего. Просто ударил и ударил. Скелета. Фух, ладно. На этом все, походу. Меньше подлагнуло. О, господи. 59 стрел. Ничего себе. Что-то лук мне не дали. Ну, один дали. Так. Так, ладно. Ну что ж, ребят, давайте теперь я вам покажу, как это работает. Здесь, в общем-то, у нас есть команда. Так. Diamond Sword. Здесь можно также написать лук. В следующем видео я сделаю лук. Дальше здесь у нас зачарование. ID какое будет? Зачарование 16, ID 21. То есть 21 это у нас добыча, 16 это у нас 999 левел острота. Дальше тут у нас есть еще одно ID. Это я не знаю, что display name. Это имя меча, то есть меч бога. Можем сделать так, чтобы это был не меч бога, а, допустим, там... Ну... Пусть будет... Ой, что-то я на английском написал. Меч... Нуба. И давайте нажмем на кнопку, и нам выдается меч нуба. Добыча и острота. Ну что ж, ребят. На этом все. Вот такой вот туториал. Делайте свои мечи. Такие вот офигенные. На 999 левел. И на этом все. Крашьте свой Майнкрафт. Всем удачи. Всем пока.